Пока разговаривает по телефону. Типа он сейчас здесь, это что ты меня вывезете? У нас люди набрались. Давай сейчас разведемся, поговорим. Если что, сейчас находимся в районе гетто на Грув Стрит. На всякий пожарный. 204. Если все-таки нас захотят кинуть нигеры. Почему я не слышу рации? Ух ту. Слышно? Как слышно? Пойдем. Не слышно тебя, перезаходи на нее. А нам как одеваться, как сватов светить, не знаю. Будем разбираться сейчас. Ее не слышно. Ну ладно. Сейчас еще раз надо позвонить. Обдумаем все попозже чуть-чуть, когда мы, собственно, встретимся с. Окей. А, блядь, все. Что, команда, здесь прямо? Он здесь, подъем, поем. Нужно будет полное содействие твое. Нужна будет нагрудная камера. Кто с тобой? Поехали? Где он? Он тут, он рядом. Он делал локацию. Понял, хорошо. Смотри, полное содействие с нами. Ты понял? Нагрудная камера на тебе. Да, да. Может быть, нас объебать хотят. Нагрудная камера? Да, нагрудная камера со мной. Сейчас скину синий код, чтобы вы знали, где мы, где нас искать. Если все-таки все пойдет не так. Чтобы они не приезжали, а то поеду сейчас. Пока не ехать. В случае опасности. А здесь в переулках. Ну, он дробовичком стоит, да. Здорово. В силе сейчас то, что вы меня вывезете, я по гражданку переодену. Или в форме лучше, мне кажется. Мне без разницы, а что это вообще? Они сейчас в штате, вот эти вот. Да. Да. Ну, смотри, вы меня сейчас вывозите. Или кто? Сколько сейчас? Ты или кто вывезет? Ну а какая разница? Ну, да, я с ними. Вы вывозите меня, смотрите. Куда-нибудь, знаешь, недалеко сейчас скажу, куда можно вывезти. Ладно, в каналы здесь, которые. Никаких каналов. Где, слышишь? За город. А где, куда? За город? Ну ладно, за город. И тут короче, позвонишь этим. Квадрат 7577. Сейчас. Справа. Если что, мы готовы потом выезжать. 204. Дробовик где такой достал крутой? 7577 или как? На день рождения подарили. Че, давайте на этом. 7577. С моста скинем. С моста. Либо на заводе, блядь, в лаву скинем по красоте вообще. Меня скинуть, блядь, не надо меня скидывать. Нет, мы будем говорить с ними, так, собственно, по-другому. Смотри, может в порт просто, в порт, слышишь, в порт. В порт? Смотри, иди сюда, я тебе метку покажу. Портовые домики. Да, садись. Помнишь? Да, садись ко мне, сейчас машину метки покажу. Садись ко мне, все машины. Давай. Вот, видите эту метку? Там, я помню, есть портовые домики, в которые можно войти, да, и сидеть. Да. Ну, именно вот, на, да, этой, да, метке, да? Все, да. Да, туда. Хорошо. Там мы появимся. Смотри, так, дружок. Теперь дальше, так. Смотри. Сейчас, да, начинаем, да? Ну, а чё, нет? Ну, можно тогда, смотри, сейчас тогда... Ты на чем меня хочешь повезти? На этом? На этом, выбираем. Да, любую. Короче, тогда все начинаем, давай, садись. Так, не сейчас пока что. Да, я открыл джип. А, не сейчас, почему? Секунду. А вдруг они уже... Сейчас, так, смотрим. Задача такая, мы подготавливаемся, мы сейчас едем прямо туда, все.
полиция с нами тоже. И как, mm-hmm. как сват. Ты держишь его как будто в заложниках, понимаешь? То, что ты. Он присядет mm-hmm. на корточке, типа, лежит. Ну, как помнишь? Ты... Ну, типа, да. Нет. Yeah. Вот так вот, как типа. Я... Напомните мне там. Напомни ты. No. Будешь держать его где-то в подвале. Где что там есть какое-то пускатское помещение, мы будем находиться ниже. Вот, и вызовешь этих медиков, скажешь, типа, все. Ага. И понял? Okay. И скажешь медикам, типа, оцени работу, типа, братан, там, ты понял? Типа, хочешь его пнуть плюнь ему в лицо, там, насрать, на голову? Ничего. И вот, что? Смотри, а наши уже где-то будут готовы сидеть. Да. Вот, и они как только приезжают, типа, я нажимаю кнопку, ты им только руки не свяжи, я там как-нибудь пытаюсь. Я нажимаю кнопку, и наши залетают. Угу. Ага. Одна кнопка. Понял. Сейчас, погоди. Мы, типа, так сделаем, то что тебя, короче, повяжут тоже, и потом тебя отпустят. Все, понял, да? Доказательство того, что они. То, что они нас заказали, есть. Меня потом отпустят или что? Да, да, тебя повяжут, тебя отпустят потом за то, что ты да, есть видео, то, что они вас заказали, короче. Угу. Начинайте, мужики. Ну все, тогда мы поехали. Ебать, нормально! Подстава! Че, мы выезжаем? Где-то. Лежит без сознания. Царям. С мигалкой без. Ебать, стукнули, бля, дай руку. Не шевелись. Бля, там еще один парень, еще один через забор перелез, бля. Питан. Голова без сознания. Надо медиков вызывать. Медики уже тут. Это руку дайте, я медик. Так, нет. Мне руку дайте, снеговику, я здесь медик. Здесь что-то не стоит. Алло. Так, Линкольн, пока его не поднимай. Алло, руку дайте, я медик. Так, надо взять аптечку. Здесь. Поднимитесь, снеговика, я медик. Он свалил куда? Руку дайте мне, по мне фонариком ударю. Так, на шатырный спирт я взял. Надо сейчас поднимать голову. Капец, детектив.
Дайте руку, я медик. Медика вызывай. Да, я медик, помогите. Стой, пока не поднимай, не поднимай, пока не разберемся. Хоть наручники натягивать, я медик, это главное. Ну, ну так тебе. Как? Много пулевых! Господи. Меня вызвали. У вас медиков вообще нету в штате или, что, или что? Медик я нету или что? Кому помощь оказать, яко? Так, ну тут всех в больницу надо везти. Ля, не доверяйте ему! Я могу первую помощь. Руки подними, короче, а мы потом разберемся. Так. Надень уже ручки на него. У тебя машинку. Посадим. Иди пригони машину, пока я подниму. У главы множество полевых. Попробуй остановить кровотечение хотя бы. Сейчас я его на этот на плечо закину, машину хотя бы отнесем. О, держись. Глава, глава, давай, держись. Сейчас я тебя... Давай, пошли в машину. Давай, давай, давай. Доведите первую помощь, казачьи. Давай, давай, давай. Оп. Все, давай, укладываем. Ой, двигайся, блядь. Там еще двоих надо поднять. Если ну, вода пусть есть. Я бы наконец. Двое пусть полежат пока. Сейчас главное наших поднять. Есть четыре. Так, нормально, держись, держись. Держись, давай, пойдем. В машину тоже. Сейчас. Оп, пошли. Проверь машину там. Нашего капитана. Может она открыта у него. Я сейчас этих двоих погружу в эту тачку и подъеду тоже к лазикам. Я тогда повез. Повез. Да, иди, иди, я. Окей. Давай, иди в машину, садись. Глава как? Опять писали, не упал. Давай. Че, у него машина открыта? Или нет? I was okay till just now. Then I got this hot flash. Feels like an oven in here. Of course.
Извините, голова будет больно. Так, вот. Что у нас тут? У него 3-4 пулевых. Да, 4 пулевых в торсе. Он сейчас опять без сознания ушел. Скоро вам еще привезут троих. Надо раздеть его. Помогите мне ему курточку снять. Да, сейчас. Да, сейчас. Ага. Все, сейчас будем заживать. Детектив, ну как у вас там? Как у вас там? Едем в больницу. 10-4. Как он? Прям в голову с дробовика садит. Как вы это? Да, блядь, голова болит. Иди там, забери на улице. Еще один оранжевый с запасного входа. Ну, номер, а нет. Сюда подойди. Сюда подойди. Да, я тебя привяжу. Так, жить будет? Пока не знаю. Тяжелый ран. А где тот снеговик, который? Где тот снеговик? Детектив, заберите того снеговика из машины. Не забирай его, не забирай, не забирай. Нет, не забирай, не забирай. Здесь опять. Мне это полегче стало, я проснулся, мне это... Ты нормально ходишь, когда тебя на койке приковали? Завтра на прием обратитесь вот, в больницу. Хорошо. Это мистер офицер, можно у вас на пару слов? Лёд, что такое? А где снеговик находится? У вас есть лёд, мне по башке прилетел? Где у вас лед находится? Можете сказать, я возьму. Право болит. Сейчас, по-моему, не до этого. Дайте мне операцию спасти вашего капитана, да? Сэр, можно вас тогда на пару слов? Да. Да, что произошло?
Кого? Тех людей? За нападение на сотрудников полиции с огнестрельным оружием. Да нет, не просто так, судя по всему. Подстава какая-то была, либо покушение. Подойди сюда на секунду. Адам 4, пойди сюда. Че? Где тут снеговик? Привет, Серёж. Чё, как жизнь? У того ещё спецрация есть. И это... Этот, походу, умер. Проверь, у него пульса нет. Он умер. Док, может чем-нибудь помочь еще? Да не, закончил. Отлично. Состояние стабильное, сейчас он пока еще под наркозом лежит. Так. Где-то. Понял. Где-то еще некоторое время пролежит под наркозом, потому что сейчас нельзя будить его. А потом. Потом видно будет, состояние сильно тяжелое, не знаю, проснется ли он вообще или нет. Но я сделал все, что мог. Либо он проснулся. К сожалению, тут я не знаю, что... Подойди ко мне, детектив, там да, подойди ко мне. Только время покажет, проснется он или нет. Голова, если вы не проснетесь, мы вам жопу будет надерем. Да. Как бы снежок есть. Блять. Такое говно. Ты надоел поскальзываться уже. Сим. Извини. Тюк. Голова, а кто нам жопу надрать будет? То, что мы. Это. Того самое. Распиздяй. Голова. Очнись. Мы ж тебя так любим. Фу, блядь. От него говно и воняет. Фу, он зубы не почистил. Голова. Голова. Твою мать.
Я только что пережил райот. О. Глава, мы уже хотели вам жопу надрать. Сука, убери это от меня! Бачидули. Хвала небеса. Давай, Скуби-Ду, скрываем маски. Вам бы лучше посидеть, глава. Посидеть еще немного. Надо лучше присядь. Ну, займитесь этим. Срывайте маски. Кто? Почему? Знаете, что они говорят, вот эти вот люди в масках? Они говорят, что они там не участвовали. У вас же нагрудная камера записывала. Все есть. Помните? Нагрудная камера есть, запись. Мистер Райан Смит, говорят, что с вами тоже нужно будет говорят, поговорить. Что... Там они человек... говорят, что они хотят нас жалобу написать из-за того, что там просто так их постреляли. Человек в маске снеговика. Снимите с него маску, он утверждает, что он медик. Это ваш полицейский. Это ваш полицейский. Ой, фу, полицейский, головой поехал. Это ваш медик. Мистер Смит, снимите маску с снеговика. Он утверждал, что медик на том месте. О, господи. Я вроде узнал по голосу, но... У меня запись на грудной камере. Там люди с оружием начали стрелять по нам. Черт возьми. Он сказал, что он там просто рядом был. Рядом был в маске снеговика. Правда, мистер Смит? Ну да, как-то с бутылкой. Странно. Невероятно странно. Сейчас засчитаем всем Миранду и поедем в участок. Что с чем с тем человеком? В общем... умер он. Он умер? Угу. Райан, 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 вы его узнаете, посмотрите? Это ваш вроде работник у нас на пару. Чё-то вроде маску пытаются снять, а чё-то не снимается. Интересно. Доктор, попытайтесь с него маску снять. Я снимаю, а чё-то не снимается. Да я не с знаю. С этого тоже. Я снял. Это... Мистер Смит, отойдите, пожалуйста. Мне не видно. Это... Сейчас, это, походу, сейчас. Наш клиент. Это бывший наш клиент. Это, да, это Томас Келли. Я вижу. Он мертв. Все, пульс нет, здесь, да. Я вижу, да. Здесь морг. А вот надо теперь с этого... Остальных придется забирать в участок. Ну давай, снимай, покажу. Давай. Так... Его придется в морг, мистер Смит. Так, Сергей, отойди. Я у него привет, посмотрю, может, документы какие есть. Всем... Так, господа, всем сейчас подозреваем зачитать Миранду и отвезти в участок. Думаю, здесь будем разбираться по этому делу полностью. Молчание, то, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Если у вас есть персональный доклад, он имеет право присутствовать на допросе. Если так такового нет, его предоставят вам государством. Если есть, то в штате вам ясны ваши права. Ну все, я его в ПД веду тогда. Ну давайте пока всех. Всех вместе повезем. Медики, вы помощь оказали у данного гражданина? Кому? Вот, которого я держу. Ну да, ему же Сергей оказал вроде помощь. Да, все хорошо. Сейчас, вы там еще второй, вы должны его можете узнать, это ваша будет. А рация вообще работает, нет? Работает. Через раз как-то. Сюда, собственно. Место рабочих какие? Не давайте спешить не будем, конечно. Давайте разбираться. Вы верите этому человеку,
который говорил. Верить таким людям, которые сделали заказ на полицейских. Подожди. На ушко ребят, как он делает? А вообще, поехали. Если вас докажут, то это сейчас, уже секунду. Ваша вина. Скинь видео Райан Смиту на грудной камере в Сан-Сити. А ребят, вам нормально заказывать полицейских? Да. Нам рассказал уже человек. Томас Келли, да, непокойный. Если честно. Который вот человек лежит, видите, мертвый, сказал то, что вы заказали нас. Он мертвый, это как очень... он мог говорить. Он до этого, все сказал, сэр. Вы зачитали Миранду? Отойдите, подожди. Да, я им все зачитал. Отойдите, детектив, сейчас я у него заберу все. Доктор, как же обидно. Ну, мне видео не покажут. Я покажу, без проблем. Так, покажу. Конечно, обидно, хорошие врачи.